На льду Чулпан Хаматова и Антон Сихарулидзе. Посмотрим, как знаменитый матрос-скитанец «Яблочко» сочетается с темпераментом Чулпан и Антона. По-моему, фигуристы попали, что называется, в яблочко. Чулпан поначалу предстала несколько навеселе. К тому же, как вы знаете, на море укачивает. Но по ходу номера разошлась. И все обстоятельства сопутствующие не помешали ей